Продовжимо програму «Часовий» і зараз додамо драйву та позитиву до нашої програми. Хоча, в принципі, всі ці дві години саме такими і є, драйвовими та позитивними. Тимофій Нагорний в нашій студії, український бізнесмен, продюсер, благодійник. Я дякую вам, що ви в нашій студії, і доброї ночі. Доброї ночі. Тимофію, ви знаєте, ну, взагалі-то, подивишся за вікно, і у багатьох людей, навіть якщо вони виспалися, поснідали, настрій відразу падає. Чому? Тому що погода така осіння, йде дощ. От я на вас як не дивлюсь завжди, або це фотографії в соцмережах, або в інтернеті просто, або якісь ефіри. Просто зараз ви тут сидите. І постійно ви на позитиві. Як не дивлячись на таку негоду, вам вдається отакий настрій підтримувати? Ну, главное, наверное, правило успешных людей, чтобы человек улыбался. Когда человек улыбается, излучает позитивную энергию, он притягивает, наверное, все хорошее, светлое, доброе в свою жизнь. Ну и есть какие-то естественные антидепрессанты, которые помогают держать тебя в тонусе. В моем случае это дети, которые тебе наполняют позитивной энергией и дают все самое положительное, что есть в твоей судьбе, в своей жизни. Ну, нам же із вами відомо, в мене теж є діти, до речі, да. І нам із вами відомо, що життя не завжди біла полоса. Воно складається із не досить позитивних, скажімо так, м'яко, моментів. Як вдається не піддаватися депресії, не дивлячись на пору року, і не піддаватися цьому негативу? Ну, нужно понимать, что в твою жизнь приходит все то, что тебе нужно, чтобы ты прошел все уроки, и даже если нужно препятствия, какие-то трудности, преодоления, чтобы сформировать правильно свой внутренний мир, какой-то стержень, который будет помогать тебе в жизни совершать новые какие-то подвиги и стремиться на свой идеал, наверное, совершенство, которое у каждого свой. Як формувався ваш стрижень? Коли ви можете сказати, що ви вже почали формуватися як доросла людина? Ну, в моей семье, многодетной, большой, глубоко верующей, считали, что я уже с детства понимал, куда я иду, к чему я стремлюсь и чего я хочу. Поэтому, наверное, мой стержень вырабатывался еще с дошкольных времен, потом работой в колхозе и умение добиваться целей даже в школьном возрасте. Ну, ви знаєте, можливо, за тих часів, коли ви зростали, коли ви були маленьким, це тільки припущення, я тільки так можу подумати, що багато хто з хлопчиків хотів стати або космонавтом, там, або, там, ну, я не знаю де. Ви вже бачили себе, ким ви будете в майбутньому, коли саме ви формувалися як людина? Ну, космонавтом я точно в детстве не хотел быть, хотя получилось, что служил на космодроме Байконур и участвовал в запуске ракетоносителя «Энергия» и посадке орбитального корабля «Буран». И мне почему-то в детстве всегда хотелось быть сильным. Учитывая то, что мы в детстве не доедали и немножко отставал в физическом развитии от своих сверстников, то мне всегда хотелось быть сильным, хотелось защищать слабых, хотелось помогать бабушкам, дедушкам, тяжело больным, ветеранам. И я считал, что сильный – это значит самая лучшая профессия в мире. Вот. Вы зараз полную меру реализовали все, про что вы мріяли в дитинстві? Ну, все, что хотелось в детстве, постепенно я воплощаю свою жизнь. Но так получилось, что я, наверное, и создан для того, чтобы помогать воплотить и другим свои мечты, которые иногда мечтают, но ничего не делают для того, чтобы они осуществились. Я иду плавно, постепенно к своим вершинам, на свою гору, соответствую своей фамилии Нагорной, и все еще впереди. Я, ви знаєте, не можу цю тему просто оминути, і, можливо, навіть ми трошки її розкриємо. Це тема спорту. Тому що спорт, якщо і почитати вашу біографію, і подивитися там і фотографії зараз, і взагалі подивитися на вашу діяльність, то можна зрозуміти, що спорт для вас, ну, це більше, ніж захоплення. І ви в чудовій формі, ви продовжуєте підтримувати Спасибо. Цю форму. І більше того, ви даєте поштовх, даєте такий стимул для молодих, які зараз, ну, більшою мірою вони ліняться, вони не хочуть займатися спортом. Що вас спонукає і зараз, і спонукало тоді займатися постійно спортом? Ну, мені кажеться, що спорт – це дуже важливий інструмент
и не только для поддержания там, формы, это очень важные инструменты для повышения имиджа страны на международном уровне, а для детей из малообеспеченных семей это, наверное, один из самых главных стержней, да, и одна из самых главных возможностей проявить себя, доказать, что ты не серая обыденная личность, а что ты яркий, что ты способен на большие цели, что ты можешь воплотить и свою мечту, и мечту своих родителей, что ты можешь быть достойным гражданином страны. То есть спорт — это такая площадка, где ты можешь проявить себя, где ты можешь вырваться из своего социального статуса и быть успешным, востребованным гражданином своей страны и жить на радость своей семьи, на радость своим односельчанам. Займатися спортом або, скажімо, організовувати спорт, спортивні змагання і організовувати молодь, тоді, наприкінці 80-х, на початку 90-х, було важче, ніж зараз, чи навпаки? Я хочу сказать, что мы когда первые построили спортивный клуб у себя в районе города Макеевки Донецкой области, я понял, что можно построить красивый спортзал с хорошими современными тренажерами, но молодежь туда не пойдет. То есть молодежи нужен пример для подражания, какие-то образцы поведения. И мы тогда сделали 1 декабря 1989 года первое спортивное шоу. Специально сделали, чтобы наполнить спортзал, чтобы молодежи показать правильные ориентиры в жизни, что есть люди, которые добились успехов там, в единоборствах, в акробатике, в гимнастике. И ты можешь быть таким же, ты можешь быть лучше их, ты можешь проявить себя за счет спорта. И я посмотрел на огоньки, которые зажглись в глазах детей, когда они увидели этих спортсменов, я понял, что у нас будет самый заполненный спортивный клуб в округе. И на следующий день пришли несколько ребят, которые записались в секцию. Через неделю их было несколько десятков. А потом в наш клуб, который вмещал там 100-150 человек, записалось более 600 ребят. Это маленький поселок, где спорт был непопулярный, где люди употребляли наркотики, алкоголь, и для них была цель, день прошел и хорошо. Вот. А детям нужны очень яркие примеры для подражания. Если они увидят альтернативу улицы, они придут и будут заниматься спортом, будут вести здоровый образ жизни и будут за счет спорта пытаться проявить себя. Зараз можна більше побачити прикладів за допомогою того ж інтернету, за допомогою телебачення. Але, на жаль, ну, статистика, це не я вигадав, статистика говорить, що, на жаль, українська нація, ну, м'яко кажучи, не стає здоровішою з року в рік. І тут проблема, мабуть, ну, в тому, що якраз є засилля отих неправильних програм, засилля того, що, ну, все ж таки, давайте нічого не робити, і вам все з неба впаде. Тобто все ж таки, можливо, зараз складніше показати молоді. Як впливати, чи, скажімо, окрім власного прикладу, показувати, що молодь, вона має це робити, молодь має бути здоровою? Ну, мне кажется, что государство недостаточно уделяет внимания молодежи и тем более пропаганде здорового образа жизни. Статистика показывает, что у нас все чаще рождаются нежизнеспособные больные дети. И дети страдают определенными заболеваниями, там более 70% детей имеют проблемы со спиной, со сколиозом. И есть элементарное решение, как это можно быстро решить. То есть понятное дело, что есть там зависимость от алкоголя, там, от наркотиков, зависимость от компьютера сейчас, наверное, самое главное. Поэтому дети ведут сидячий образ жизни и пытаются развлекаться и заниматься спортом только в интернете. И это неправильно. Им нужно показывать, повторюсь, образцы поведения людей, которые могут выйти на площадку и привести себя в хорошую физическую форму и быть примером для своих сверстников. Поэтому мы специально делаем большие спортивные праздники и на больших площадях городов и в селах, в поселках, чтобы дети пришли, оторвались от компьютера, оторвались от улицы и пришли и попытались проявить себя. Слава Богу, что у нас есть такие лидеры, на которых можно равняться, с которых можно брать пример. Я горжусь, что сейчас пошел такой тренд, это такая мода, чтобы быть здоровым – это модно, быть здоровым – это правильно. Быть здоровым – значит, ты будешь возможность самореализоваться и быть успешным человеком.